Всем привет, дорогие друзья, подписчики. Сегодня у нас такое блюдо: говяжья печень, говядина и овощи. Расскажу, как мы это все приготовили. Не переключайтесь. На ужин решили приготовить говядинку. Вот она в казане у нас обжаривается. С печенью, с говяжьей и с овощами. Так, мы уже подсолили. Сейчас поперчим. Здесь у нас 3 луковицы. Вот такой вот перчик. 1,5 помидорчика. Головка чеснока. 3 картошки и морковка. Но мы картошки немного добавляем. Если хотите, можно будет побольше. Мясо практически обжарилось. Папик нарезает морковку крупненько. Отправляет туда. Лучок полукольцами. Все вместе обжаривается. Нарезает печень тоненькими пластинками. И отправляем к общей массе. Что это там лежит? Что это там лежит, Ася? Где Ася? Вот она, Ася. Вот она. Порезали картошку тоже сверху. Положили. Перец длинненькими кусочками. Кладем сверху картошки. Помидоры полукольцами. Сверху перца кладем. Чеснок помыт, почищен. И вот так вот на зубчики разделен, имеется в виду почищен вот от всяких пленок вот этих вот сверху, что были. Раздавливается ножом каждая. И добавляется в общее блюдо. Чтобы весь вкус отдал. Еще можно поперчить, посолить, добавить разные приправки, какие вы любите. Немножечко делаем горочкой, чуть утрамбовываем. Покрываем сверху тарелочкой, чтобы все было в собственном соку, как скороварочка такая. И крышкой. И оставляем на 40 минут. Накрыли, уменьшили газ и пускай тушится. Сняли крышку, тарелку, раскрыли наше блюдо. Посмотрите, все сочное, один сок, то, что дали овощи. Теперь накладываем в общую тарелочку и будем кушать. Снова выложили отдельно, муж не любит, а я с удовольствием съем. Такая красота, такая вкуснятина, все в собственном соку. Мне иногда спрашивают, для чего вы закрываете сверху тарелочкой? Для того, чтобы готовилось побыстрее и чтобы все было вот в соку, вот в таком собственном, чтобы ничего не выкипало. А теперь мы все посыпем зеленью. Тут у меня лук и укропчик. То, что есть, тем посыплю. И будем садиться ужинать. Кому понравилось видео или рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, он будет вас оповещать о дальнейших видео. Всем мира и добра. Пока-пока.